сегодня цифра 8 изящно на бок упадет. Не просто так об этом просим, необходим такой подход. Ведь это будет бесконечность, непостижимо мощный знак. А в нем такая же сердечность от нас, мужчин. Да будет так. Без вас бы не была бы птица на несрочке. Без вас, конечно, нас бы не было сейчас. Родные жены, мамы, бабушки и дочки, от всей души примите вы поклон от нас. Без вас отчаянно одичаем, не интересен мир и зол. Как раз тогда и замечаем, какая сила, слабый пол. Природа радостью невинна, но одиноко так порой. Прекрасна ваша половина, спасибо ей от всей второй. Без вас бы не была написана ни строчки. Без вас, конечно, нас бы не было сейчас. Родные жены, мамы, бабушки и дочки, от всей души примите вы поклон от нас. Уважаемые женщины, отпустите ваших мужчин. Спасите их. Их судьба в ваших руках, и только вы можете помочь им. Господи, помогите нам! Люди, люди, выпустите нас, пожалуйста! Выпустите! Но для этого вам придется пройти через испытание. Вам понадобится вся ваша мудрость, сила и отвага. Удачи вам, дорогие женщины. И помните, вместе мы сильнее. Тому, что буднично обычно, лишь прикоснетесь вы едва. И перемены в жизни личной характер примут волшебства. Любовь поистину нетленна, без женских чар печально жить. И я, коленопреклоненно, готов в поклоне к вам застыть. Без вас бы не была написана ни строчки. Без вас, конечно, нас не было сейчас. Родные жены, мамы, бабушки и дочки, от всей души примите вы. Без вас бы не была написана ни строчки. Без вас, конечно, нас бы не было сейчас. Родные жены, мамы, бабушки и дочки, от всей души примите вы поклон от нас. Ура! Ура! Молодцы, вы прошли это испытание. Я поздравляю. Примите вы поклон от нас. Уважаемые дорогие наши женщины, вот и настал тот момент, когда мы хотим выразить слова огромной благодарности за вашу мудрость, за вашу красоту, за вашу женственность, за вашу креативность, за вас, наши уважаемые и дорогие женщины.